Иди, иди.
Туапсе. И, кстати, это гора Ту. Сигнал гора вон видна. Ну вот все понятно. Вот под дыркой река внизу и течет. И вот здесь переход через нее. Вот какой она глубины, интересно. И вот пошло. Пошло вон туда, видишь. Вопрос, чтобы время да? И увидим, если мы увидим, что это хорош. Смотри, как близко. Не вижу, что показываю. О, красиво.
вот тут Туапсе видно. Ну как не видно сквозь деревья. Ну прям склон в сторону Туапсе. Весь город как на ладони. Конечно, когда здесь все зеленое, такого не увидишь. Ой. Ну погладь, погладь. Ой, идите сюда, идите. Там еще кто-то едет. Ну погладь, никто там не едет. Едет. Там шумит прибор. Иди сюда, сюда иди. Иди сюда. Ой, какая. Видно, видно, что девочка плохо себя ведет. Ой, какая хорошая. Хотя... мальчик. Птицы летят на север, возвращаются после зимовки в крупных странах к нам, в Центральную Россию, например. По-видимому, это журавли. Хотя, может быть, и гуси, я не разбираюсь. То, что косяк за косяком летят, вот сегодня 9 марта, до Беркоя, это вот видно невооруженным глазом. Краснодар там с указанием нет. Ну, на пассажирский. Пассажирский. Сейчас сделаю в стиле ЖД-блогеров, подражаю здесь. Блин, конечно, подражаю я не умел. Недавно приближаешь? Приближаешь? Да, приближаю, удаляю. Это у нас одна поклонница?
середине. Вообще в середине ни одного человека не видно. Вот 11 марта в Додыркое снег. Собираемся домой. Камера включилась. Ну да. Грец. Ну я просто, если ты совсем не в моготу, пойдем. Японика. Интересно, как будет вот не в ночном режиме показываться. Thank you.